Больше двух десятков современных детских площадок появится до конца этого года в Барнауле. Причем большую часть игровых комплексов установят в старых районах, которые не благоустраивали с советских времен. Такая инициатива стала возможна благодаря проекту формирования комфортной городской среды. Двор дома по улице Союза Республик – один из 13, где работы уже закончены. Здесь уложили новый асфальт, установили современную детскую площадку. Жители уверяют, что так хорошо двор не выглядел с начала 70-х годов прошлого века, когда дом был построен. Всего на благоустройство двора потратили больше 1 700 000 рублей. Большая часть денег пошла на асфальтирование, расширение проезда и парковочные карманы. На игровой комплекс ушло порядка 350 тысяч. Отметим, что по условиям участия в проекте часть, около 40% затрат, оплатили жители дома. 70 квартир, не такой большой дом, это достаточно финансово затратно. Поэтому в целом объем, если поквартирно говорить, там варьируется от квадратного метра. Там от 1000 до 2500 рублей, в зависимости от метража квартиры. Подобные площадки уже появились в 13 дворах Барнаула. Еще в 9 игровые комплексы установят до конца года. Также по программе «Комфортная городская среда» заасфальтируют 65 дворовых территорий. В следующем году программу обещают продолжить. Принять участие в ней может любая инициативная группа. Достаточно представить в городской комитет по ЖКХ проект будущей площадки и доказать ее необходимость.